Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Звезды Бокса. Но здесь есть одно небольшое предисловие. Ребята, во-первых, сегодня я хотел сделать для вас видос. Я полтора часа проходил эту игру. И вы понимаете, опять косяк очередной. Я не записал это все. И я был очень расстроен, потому что очень много что происходило. Во-первых, ребята, в сюжетном режиме я выиграл... Сейчас... Покажу, кого я выиграл, ребята, и скажу я вам, что это было просто зверство. Это просто было зверство. Кайто, Гарсия, на Тайрусе я остановился. Просто этот парень зверюга, несмотря на то, что он такой щуплый и дохленький. И я вот даже не знаю, что мне делать сегодня. То ли попробовать при вас перепройти вот этих вот ребят. Но я боюсь даже представить, что мне предстоит впереди. Хотя я немножко подрос. Окреп за это время, пока к ним шел и пока дошел до Тайруса. Поэтому, наверное, мы сегодня с вами сделаем. Представляем, как будто этого ничего не было. Единственное, что, конечно, не будет диалогов вступительных, которые там были. Они были довольно прикольными. Жаль, что не могу я никак вот это, ребята, откатить обратно. Ну что же, давайте, наверное, потихонечку приступать. Потом я покажу, что у меня есть, что я себе заслужил, что заработал, какие у меня прикиды, какие у меня перчатки. Давайте начнем, пожалуй, с Кайто. Поехали, будем переигрывать. Может быть, у нас получится даже пройти на ранг S. Как вы видели, там в данный момент ранг... А, и не забывайте, ребят, смотрите, у него максималка, тут 13 уровень на джебах и на суператаках 10 левел. Естественно, я ему проигрываю практически по всем параметрам. Но, так как он неуклюж, я думаю, что у меня получится его опять, ребята, загасить. Будем стараться. Так, поехали, ребятули. Так, тихо ты. Воу, погоди, парнишка. Ты что-то раздухарился, тебе не кажется? Так, нормуль. Ребята, он оглушен в данный момент. Отлично. Прописываем, прописываем, прописываем. Как можно чаще его прописываем хорошие удары. Я, ребята, переключился сейчас на апперкот, потому что я себе поставил вот этот вот. Опс! Черт, он меня, ребят, пробил. Но я тоже буду его ловить. Да, будет знать, как говорится, псина, на кого руки свои поднимать. Мы видим, да? А он успел встать. Хорошо, ладно, ребята, не теряемся. Прописываем ему. Упс. Так, теперь моя попытка, ребята, как можно быстрее встать. Да вставай ты уже, елки-палки. Так, у меня все равно здоровье, ребят, побольше, вы это видите. Упс, это было плохо. Я ему успел накатить. Так, мне бы, конечно, ему, ребята, по печени бы звездануть разочек бы. Это было бы неплохо. Но я думаю, что этого будет достаточно. Поверьте, сейчас бой проходит довольно легко. Потому что я уже пришел к нему подготовленным. В первый раз, когда я с ним дрался, он меня просто лупил здесь по чернокову. Да. Фух, я надеюсь, что ранг S у меня получится. Посмотрим, ребята. В общем, я надеюсь, вы все болеете за меня. И все рады, что у нас вот так вот получилось. Да, ребята, ранг S, отличненько. Кстати, как вы заметили, у меня 16 уровень, 2 левела я за это время поднял. Ну что же, Гарсию, я сомневаюсь, что у меня получится так легко. И во-вторых, нужно, ребята, подготовиться к нему. Почему? Потому, смотрите, ребята, я перехожу, естественно, в свое снаряжение. И у меня появились новые перчатки, шокеры. Да-да, вот эти вот, ребятушки, самые перчатки. Поэтому, естественно, я их буду одевать. Так, подожди, мне не нужно улучшение. Мне нужно их просто-напросто одеть на свои маленькие ручонки. Вот, единственное, что у него второй уровень. И сама суператака очень плохая на них, видите, да? 1804. Конечно, хотелось бы лучше, может быть, у меня... Нет, я не могу ничего улучшить, потому что, ребята, все потратил. Давай посмотрим, что у нас здесь. Да, вы не видели, как я заработал себе вот эти вот прикольные штаны. Шорты, даже, скажем так. В общем, у меня от спонсоров были кое-какие подарочки. Тоже вам этого не могу показать. Также у меня в клане... Если вы не знаете, то я уже состою в клане. Все у нас, как говорится, хорошо. И единственное, что я не могу понять, как нам делать не войну, а как вам сказать-то это. Короче, место в сезоне. Как выступать в сезонах. Вот что я хотел сказать, да. Видимо, мне нужно жертвовать, пока я не наберу какой-то, видимо, престиж, чтобы я смог получить. Кстати, вот эта девушка мне подкинула мешочек. В нем, естественно, были всякие плюшки, довольно-таки вкусные. Опять же, не могу вам это показать, потому что это все уже было. Получил очень много достижений. Кстати, навыки были у меня 6 штучек. Естественно, я их потратил все на себя, на красивого. Так, и прокачивал я себе... Да, я себе прокачивал апперкот. И, если не ошибаюсь, по-моему, хук или джеб.
Хм. Так, ну стойку я точно не брал. Вот апперкот и, по-моему, джеб. Блин, врать не буду, ребята. В общем, моя цель сейчас вот в ближайшее время как-то накопить 500 золотых, чтобы открыть себе еще одну, ребят, ячейку. Она мне очень сильно нужна для того, чтобы поставить сюда дополнительный какой-то удар. Ну что же, тренировка, вы видели, не получается у меня. Кстати, а что вот это такое? Со временем восстанавливается на определенное количество. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, продолжим с вами бой. Между прочим, как вы видите, здесь у нас забито все коробками, паками всякими. Я думаю, что нужно будет еще одну ячеечку все-таки здесь дозаполнить. Для этого нам придется сделать дополнительный матч. Тем более, как мы видим, здесь реванш кто-то требует. Угу. Давайте, ребята, я сделаю реванш. А, на них, да, кстати, вот в последнее время они любят ставить себе дополнительную защиту от боев. Неужели мы нашли кого-то с вами? Хм. Так, Вольф, кстати, я уже с ним второй или третий раз борюсь. Блин. Ребята, нет, у него не было защиты. Отлично. Это хорошо. Ну что ж, давайте посмотрим, кто кого. Я надеюсь, вы будете за меня болеть. Ой, я перчатки не поменял. Я же перчатки готовил. Ой-ой-ой-ой, для другого совсем, ребята, оппонента. Ладно, хорошо. Посмотрим, как, ребята, у нас получится. Упс. Ну, вы видите, что я пока проигрываю. Так, нормуль. Погнали, 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 погнали. Рэйчик, давай, родной. Так, что он? Он прикрылся. Упс, надо... Он промахнулся, отлично. Оба-на, пробивает он меня. Да, ребята, к сожалению, было это дело. Получи в ответку. С матчдаун, да? Ну что же, он, наверное, должен встать довольно быстро, потому что у него здоровья хватает. Поехали, ребята, 30 секунд у нас на все дела, чтобы его завалить, как вы понимаете. Ну, перчатки, я вам скажу, они хороши, ребят, хороши. Вот эти вот, но если брать... Упс, опять? Опять он за свое. Блин, он меня, ребята, пробил. Слушай, я буду его шокером тогда бомбить. Отлично. Ну, видите, да? Просто растопырил свои ручки и упал. Слушай, встал. Он молодец. 15 секунд, ребята, у него есть на то, чтобы оклематься. Естественно, для меня эти 15 секунд для... Хотел сказать, для того, чтобы не упасть. И я, ребята, упал. 10 секунд. Посмотрим. Так, он промахнулся. И есть. Ах, подожди. Во, во-во-во, ребята, прямым. Так, надеюсь, он теперь уже точно не встанет. Нет, 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 родной, лежи лучше. Лучше лежи, Вольф. Не надо выделываться, пожалуйста. Да, ребята, победа за мной. Реванш удался. Мне нравится, что у нас вот так вот происходят с вами бои. Короче, перчатки я вот эти надел для второго боя. Специально для вас, ребята, проходим по повтору. Так. 3 очка. У меня 74, ребята, процента уже до 17 уровня. Осталось совсем-совсем, ребят, немножко. Так, и я думаю, что больше здесь никто... Особенно вот вы не пропустили тот момент, когда я со старыми, как сказать, противниками дрался. Очень были жесткие, очень серьезные, но я выстоял их. Так, матч группы. Давайте, ребята, посмотрим, что у нас здесь. Кстати, вот здесь очень много боев проводил тоже. Вы просто посмотрите, какие здесь уберы против меня выстроились. Но я думаю, что Корвина я смогу, ребята, наверное, одолеть. Хотя, видите, тут нужно 50 бакинских. Мои 3 попытки, которые даются изначально, я потратил их все. Ладно, не будем, ребята, тратить. Деньги мне, понимаете, нужны. И поэтому мы с вами отправляемся на сюжетный режим. Да, на сюжетный режим будем пытаться подраться с Гарсия. Сейчас вы прекрасно увидите, насколько силен вот этот и шустрый малый. Причем, смотрите, у него суперудар прокачан на 10-ку. И посмотрите остальные. Апперкот на 14 уровне, да? Суперсила на 11. И, естественно, прямой на максималку. Поехали, ребята. Гарсия. Собственной персоной. Если у меня получится его наказать, мы с вами, наверное, отправимся на волка. Попробую я все-таки его накумарить. Поехали. Да-да-да, ребята, все будет не так просто. Я вам серьезно говорю. Этот парень знает, что делает. Да не может быть этого. Что ты притворяешься? Ты же... Нормально дрался до этого, что ты? Я поднял всего один лишь уровень после того, как тебя накумарил. Что ты? Отлично. Ага, он хочет, ребята, передохнуть. Естественно, мне невыгодно это делать. Да ты достал уже. Опа, подловил я его, ребята. Ух, он мне тоже в ответку дал. Так, держимся, держимся, ребята. Так, приходим в себя, приходим в себя, приходим в себя. Рэй.
Да что ты? Давай, ловим. Ловим на шокер. Ух, пускай пока ребят полежит. Здоровье он свое тратит. Он успел встать, отлично. Отлично. Поехали далее, разминаться. Апперкот, промахнулся я. Ух, теперь, ребята, мне нужно успеть как можно быстрее встать. Я не знаю, получится ли у меня. Получилось. Здоровье у нас почти одинаково, ребят, с ним. Так, не забывайте. Вот, вот, кончился раунд. Естественно, я буду перекусывать. Он тоже, скорее всего, будет перекусывать. Наверняка. Ага, вот он что сделал. Он, ребята, себе супер атаку. И я буду ловить от него подвох. Ух ты. Да чтоб тебя, ты достал уже. Давай, ребята, ловить его на шокер. Ух, мука. Да ладно, что такое? Я не знаю, ребят, что за супер удар у него. Уклонился. Прикиньте. Он просто свою супер атаку выкинул, грубо говоря, в никуда. Почему? Потому что я успел увернуться. Неужели встанет? Встал. Он встал, ребята, он красавчик. Он красавчик. Ну, скажу я вам, что сейчас бой проходит просто идеально по сравнению с тем, когда я проходил его в первый раз. Как он мне там вытворял плюшек. Но у меня и перчаток таких, во-первых, не было. А именно вот с этими перчатками я почему-то его валю. С обычными у меня это не получилось. Ну что же, ребята, я надеюсь, я вам показал все воочию, как это выглядело. И впереди у нас с вами волк. Да-да-да, именно волк, который, ну, просто уберский, блин, силен. Да-да, ты видел парня, которого прозвали зверем? Это он говорит, ребята, про себя. Ну что ж, давайте я вам просто покажу на примере, что из себя этот парень представляет. Во-первых, у него суператака, от которой я никак не могу увернуться, 12 уровня. Плюс у него стойка прокачана на максималку и хук 15 уровня. Плюс супер удар от суператаки у него прокачан тоже на 12 уровень. То есть довольно такой имбовый парень. И он шустрый, понимаете, он довольно ловкий. Я его не могу поймать. Кстати, перчатки мне надо было сменить. Для него такие перчатки — это неподходящий вариант, ребята. Смотри, смотри, что он сейчас будет вытворять, ребята. Это будет что-то с чем-то. Он американец? Так. Ну что ты тут начинаешь? Такого не было раньше. Начинает он обниматься. Ух, ё-моё, ребят. Ну согласись, согласись, что... Промахнулся. На тебе. Да как так? Ты посмотри, а каждый удар отнимает у меня просто львиную, ребята, долю здоровья. Ой-ой-ой-ой, по-моему, ребята, по-моему, да, он меня нокаутировал. Но эти перчатки, еще раз вам скажу, не для этого боя, ребят. Как бы вам ни казалось, что они хороши, но только не для него. Опа, он ловит. Я не могу, ребята, я не могу вот от этого удара избежать. Я могу увернуться от любых ударов, но только не от этого. Не знаю, в чем проблема здесь. И, кстати, я могу подняться за просмотр видео. В любом случае, смотри, сколько он мне оставил здоровья. У меня нет выбора, ребят, подниматься я, наверное, сейчас не буду, потому что просто проиграть. Я сменю перчатки и попробую еще разок с ним подраться. По крайней мере, у меня от этого ничего не падает. Ни репутация, ничего. Смотри, да? Дохлый, блин, аж шустрый, а. С ним, наверное, знаете, что нужно? Побольше стоять в блоке и просто его ловить. Мне вот так почему-то кажется. Ладно, неважно. Поехали быстренько с вами в магазин и будем с вами менять снаряжение. Потому что, ну, это не дело на самом деле. Так, давай, девочка, иди. Мы будем сейчас тут решать вопросы. Вот так вот. Ух ты, блин, как он уворачивается, а? Да иди ты в пень. Давай, 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 давай. Рэй, ты будешь долго там в бессознательном состоянии. Ну? Так, попробуем поймать его, ребят, на суператаку. Замечательно. Но это еще не все. Получи, оу, получи, ребята, нифига он меня нокаутировал. Так, быстро встаем, быстренько встаем, не теряемся, погнали. Вот так вот. На-ка. Да как ты пробиваешь-то, я не понимаю этого. Есть. Ребята, не надо лезть ко мне. Я вот от этого удара не могу, ребята, к сожалению, уйти. Этот суперудар, он просто какой-то неизбегаемый. Не увернуться, не уклониться, ничего не сделать. Ладно, попробуем прописать. Ага, пускай теперь этот парень полежит. У нас еще есть, ребята, суператака. Не стоит об этом забывать. Попробуем пробить.
Ох ты, смачно. Смачковски получилось, согласись. Есть, я его еще раз в нокаут отправил. 47%, 47, ребята, ребята, лишь бы он не встал, лишь бы он не встал, он встал. Он встал, 2 секунды до конца матча у нас, ребята. Ах ты, ёпрасоте. Ну, я буду восстанавливать себе ОЗ, кстати, мы оба, да, практически никакущие. Так, и он, наверное, тоже будет жрать. Ну, естественно, и у него почему-то здоровье больше, чем у меня, как мы это видим. Ты смотри, что он делает. Так. Упс. Да ну, ребята, ну этого не может быть. Ну как он так меня подловил, а? Да вставай ты уже, Рэй, ну хватит уже отдыхать. Ты будешь вставать или нет сегодня, а? Так, предположим. Хорошо, ребята. Нет, 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 нет. Нет, не хочу я, чтобы такое все. Ребята, я не должен сдать, я не должен проиграться. Я должен подняться и прописать ему суперудар. Нет, я не могу встать. Я не могу, к сожалению, встать. Я не знаю, ребята, сколько уже у меня попыток было, чтобы я смог одолеть этого Тайруса, но ничего у меня почему-то не выходит. Почему-то у него все время есть на все, так скажем, уворот, уклонение и все тому подобное. Ты смотри, он меня пробивает, просто пробивает. Неужели этот компьютер вот так вот специально подсчитывает все, чтобы знать, когда что сделать? Попробуем поймать его, ребят. Слушай, хорошо, я его так подловил сейчас в данный момент. И добить только бы его. Ну куда уж там мне пробить-то? Конечно, мне пробить не получится. Он, естественно, делает свой супердар. Ну хорошо, что он его сейчас истратил, а не позже, когда я, например, встал. Так, 60% здоровья у меня, у него 78. Посмотрим, на скольких он встанет. Угу, даже вот так вот. Ладно, ребят, я... Я жду, жду, жду. Я жду от него подвоха, понимаешь? Ух ты. Слушай, это хорошо сейчас пошло, ребят. Слушай, 8 секунд у нас на все про все. И он летит опять в нокаут. Посмотрим, может быть, даже нокдаун. Лежи, 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 лежи. Ребята, 6 секунд. Он потом может восстановить себе здоровье. Понимаешь, мне тогда будет тяжело с ним справиться. Вот я к чему. Ах, черт подери. Ладно, ребята, я восстанавливаю себе ОЗ. Я больше уверен, что он тоже сейчас восстановит себе ОЗ. Нет, не стал. Слушай, парень, а ты в курсе, что это... Не-н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 ет-нет. Еще пока живем, ребят, мы еще живем пока с вами. Есть. Фух, напряженный бой, ребята, очень сильно напряженный бой. Я жду, я надеюсь, он не встанет. Я надеюсь на это, что он не встанет. Но если даже встанет с 5%, я все равно, ребята, ушатаю. Ну, да. Да-д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 а. Вот именно этого я и добивался. Именно для этого играем мы, ребята, эту игру. Именно для этого я вам все и показываю. Фух, жесть, ребята. Ранг А, конечно, ничего страшного для меня. Я проиграл, но лучше проиграть тебе, чем драться с этим монстром. С каким? Это было не смешно, Тайрус. Если у тебя такой настрой, то тебе лучше здесь не появляться. Слушай, приятель, если ты не победишь меня, то мне, похоже, придется встретиться с Фрицхофом. Если ты такой же трус, как и Тайрус, то можешь сам сваливать, поджав хвост. Ха-ха. Вот так вот, ребята, у нас открывается Марвин. Как насчет боя без мегаударов? Я, в принципе, не против. Знаете, что это мне подсказывает? Что просто будут отменены у нас суперудары. Но этим мы с вами займемся уже в следующей серии, дорогие мои друзья. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.